Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. В Кировской области внесут изменения в градостроительные нормативы. Необходимость пересмотра норм и показателей, устанавливающих требования к проектированию новых жилых микрорайонов, обсудили на совете главных архитекторов субъектов России в Чебоксарах. По мнению участников совета, базовым документом, необходимым для формирования нового жилого микрорайона, должен стать проект его планировки, в котором определяется структура жилищного фонда, параметры застройки, система озеленения, потребность в учреждениях социального характера и бытового обслуживания. Соответственно, строительный комплекс должен переориентироваться с количественного на качественный результат работ, полагает исполняющая обязанности зампреда областного правительства Ольга Куземская. Она дала поручение подготовить проект изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования с целью установления новых показателей элементов благоустройства городской среды. Проект планируется подготовить в течение июля, а затем вынести на рассмотрение градостроительного совета области. Дайджест недвижимости. Кировчанам увеличили размер субсидии на возмещение оплаты коммуналки. Сумма соцподдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг также выросла, сообщает «Девятка.ру». По итогам первого квартала этого года среднемесячный размер субсидии составил 1975 рублей. В расчете на одну семью субсидия выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти на 5%. На конец марта 2017 года субсидию получили более 50 тысяч человек, уточняют в Кировстате. Среднемесячная сумма соцподдержки по оплате ЖКХ на одного пользователя за год увеличилась почти на 10,5%. По итогам первых трех месяцев года ее размер достиг 740 рублей. Право на выплату имели 326 тысяч человек. Напомню, претендовать на субсидии и соцподдержку по оплате ЖКХ кировчане могут, если расходы на оплату коммуналки, включая взнос на капитальный ремонт, превышают 22% от совокупного дохода семьи. Для оформления субсидий необходимо обратиться в Управление соцзащиты населения. Дайджест недвижимости. Ипотека в России к 2025 году может подешеветь до европейского уровня, ниже 5%. Такой прогноз озвучил заместитель генерального директора агентства ипотечного жилищного кредитования Денис Филиппов. По его словам, снижение ставок будет происходить постепенно с 2020 по 2025 годы. Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительству нужно стремиться выйти на ставку по ипотеке в размере от 6 до 7%. В начале июня в ИЖК заявили, что такая ипотечная ставка достижима в течение 2 лет, а ниже 10% она опустится к 2018 году. Напомню, по данным Банка России, в апреле этого года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях достигла минимального значения за последние 5 лет – 11,45%. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.